эта рыбка будет в кружочке. Тогда эта рыбка тоже будет в кружочке. Это не сможет быть в кружочке. Что? Жалко, на рассказе так не получается. Значит, от этой рыбки мы можем дойти до цифры 10. До числа 10. До числа 10. Ну, вот таким образом. Мы его обводим в кружочек. Значит. Ну, то есть мы 10, уже про одну рыбку знаем, с чем соединено. Да, с чем соединено. Так, значит, тогда нет. Может, другая рыбка соединена. Так, это, поскольку это в кружочке, значит, это будет не в кружочке. А, стоп, нет, а правда, а почему не верхняя левая? Почему не верхняя левая? Не понимаю. До нее тоже можно, в принципе, дойти. Не, ну я, чтобы ввести цифру 10. Просто кружочек. Да, чтобы нет, кружочек. Вот именно, я и говорю, два варианта. Да, два либо варианта. С верхней левой, либо да. С нижней правой. Да, с одной из них. Да. Значит, так, поскольку это цифра 10 в кружочке. Да не цифра это. Число 10 в кружочке. То есть цифра 9 будет... Так, это нет, да, нет, да. Поскольку это не черное, мы ставим линию. Да, нет. Это тоже линию ставим. Сейчас я не понял, почему девятка. Да черт меня. Ну, на самом деле просто почему девятка начинается с какой клеточки? Подчеркнутая или с кружочком? Она подчеркнута. Десятая. Поднимаемся на две клетки и еще поднимаемся на две клетки и оказываемся там, где девятая. Да. Они должны быть одного цвета. Нет. Нет. Она же нечетная. Она же нечетная, да? Подчеркни, вот подчеркни все клеточки в самой доске, прям все подчеркнутые клеточки. Да, будет понятнее. Подчеркни все на доске. Нет, ну, можно, да, может, кружочки, может, подчеркнуть, да. Стоп! Да. Мы же говорили, что если у меня есть нечетно, то добро тогда не избеет цвет, а чет избеет. Правильно. Вот, все. Правильно. То есть, давай, независимо что они, да. От того, что они говорили, вот все. Давай так. Потому что иначе мы запутаемся. Вот мы их все раскрасим. Сейчас... Есть кружки, есть не кружки. Значит, 10 в кружке, потому что здесь не в кружке. Она четная, да. Здесь не в кружке, потому что здесь не в кружке, и она не четная. Она точно тоже такой нечетный. Да. Здесь кружочек, цифра четная, значит, она не в кружке. Здесь кружочек, она не четная, значит, она тоже в кружочке. Так. Мы оставим такие линии в углах, потому что они обязательно будут. Обязательно, да. Вот у десятки уже пошло. У девятки тоже. А еще мы можем у девятки вниз пойти. Потому что восьмерка упадет сюда, и она не да, сможет молодец. Пойти в эту сторону. Да. Упадет только в эту сторону. А девятка, значит, пойдет вниз. Дальше мы не знаем. Очень хорошо. Так. Значит, десятка пока не идет в рыбку, мы ее продвинем тоже. Ну да, она не может рыбку, да. Она не может рыбку. Так, здесь образовался угол, он может его нарисовать. Да. Арсений, вы каждый раз начинаете почему-то от края клетки. Начинать надо от центра клетки. Понятно, да? Да. Путь соединяет между собой центры клеток. Вот это очень много сделано. Так. Ну, вот я знаю, что вот та, которая от нижней рыбки идет, она не может сразу зайти в рыбку, поэтому надо продолжать еще. А вот рядом с десяткой тоже угол образовался? Да, вот. И прямо с десяткой, вон, сам. Вот здесь, сюда. Стоп, нет, здесь. Нет. Нет. У правой границы, у правой границы угол образовался. А, да, вот здесь все. Да, вот. Вот девятка у нас сюда прошла, дальше. Девятка у нас сюда прошла. Значит, получается, что десятка, она... Нет, еще неизвестно, куда она пойдет. А, девятка уже не может пойти сюда. Так что она пойдет наверх. Раз, два, три, четыре, пять. Пока непонятно как. Ну да, пока еще непонятно как. Десятка идет сюда. Раз, два, три, от этой рыбки куда-то, да. Вот от той рыбки, которую вы сейчас показывали, путь да. Куда-то ведь идет. От правой нижней рыбки. Да. Куда идет путь? От правой нижней рыбки. Он только сможет сюда. Да. Правильно. И только наверх, потому что... Для... Еще раз. Да. Тогда путь у девятки идет тоже вверх. И у десятки тоже еще вверх идет, правильно? И у десятки вверх. Угу. Тогда у нас получается 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Если мы соединим, получится 8, 9, 10. Как раз у нас уже хватает, чтобы соединить. Стоп. А вот это неправильное рассуждение. То, что у нас хватает, не означает, что должны соединять. Вот, пожалуйста, сотрите это. Нет, это просто принципиально неправильное рассуждение. А смотрите. Если кто-то был на месте преступления, это вовсе не означает, что он его совершил. Другое дело, что... Нет, смотрите. Особая десятка в кружочке. Она может только идти к рыбке, которая в кружочке. Да, или к противоположной. Или к противоположной. Мы уже выяснили, что к этой рыбке идет вот этот рыболов под номером 9. Почему? А он бы... Он просто не может до той дойти. Да, не может. Да еще один. Тогда вы правы. Да. Тогда вот это другое дело. И еще, если он до туда дойдет, то и просто рыболов номер 9. 10. Вообще достаточно одного доказательства всегда. Да. Отлично. У девятки пока 6. Так, значит, девятка не может дойти до сюда, потому что ей слишком много. Она, значит, пойдет сюда. Поскольку 6, она еще не может войти в рыбку, идет сюда. Да. 7, только один будет стоять. Да, молодец. 8 и 9. Вот так. Очень хорошо. Так, возьмем восьмерку. Так, восьмерка идет к этой рыбке. Значит, она может идти только одним способом. Если она так пойдет, то рыболов номер 9 не сможет дойти до своей рыбки, потому что она будет окружена другой леской. Значит, здесь только один путь идет. Вот так. Здесь. Все. Ну, меня вы убедили.